Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Всем здорова, уважаемые друзья! На с вами по-прежнему Оверфони и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Beam Engine Drive! Всем хай-ухай, дорогие друзья! Здарова, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будут смертельные прятки на выживание, и давайте я вкратце расскажу, чем мы сегодня будем заниматься. Мы будем, друзья, прятаться, и нас будут искать, но, так как у нас огромная карта, мы себе ищем нычку, скидываем скриншоты, и маньяк ищет нас по нашим скриншотам! По правилам, друзья, он должен нас найти, заметить, и докоснуться. Только после этого можно считать, что маньяк нас поймал. Нычки у нас сегодня будут крутые, потому что карта огромная, с огромными потайными местечками и так далее. Сегодня мы повеселимся и поугараем на славу. Сегодня у нас будет так называемая городская маскировка. Так что, ребят, смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Нас, пацанами, будет безумно приятно. Как вы заметили, мы отключили никнеймы. Нас никак не найти. Никакой карты нет. Мини-карты нет, ничего нет, никаких опознавательных знаков, только скриншоты как подсказка, и все, и зоркий глаз. Ну что ж, друзья, первым маньяком, который сегодня будет нас искать, у нас Бобби. Мы с Андрюхой сейчас будем искать свои первые нычки. Пожелайте нам удачи в комментариях, ну и в принципе, парни, вы готовы? Да. Ага. Ну тогда поехали. Ну что, ребятки, вот у нас стоит Бобян, и мы с Андрюхой готовы ехать искать нычки. Андрюха, погнали, блин, найдем себе топовые нычки, потом сделаем скриншоты и скинем их Бобису. Есть ли какие предположения, где можно спрятаться на этой огромной карте? Блин, глаза разбегаются, братишки, пока даже не знаю. Но это реально, блин, друзья, сложно, потому что места огромное количество, и хочется спрятаться абсолютно везде, блин, но не знаю. Сейчас посмотрим, ребят. Карта гигантская, у нас нет ограничений, потому что мы будем и так скидывать скриншоты, в принципе, чтобы угу. Было все, друзья, легко и просто. Опачки. Чё, ты нашел себе? Ну-ка, давай посмотрим, где-то вот здесь можно посмотреть. Не, Андрюх, если ты захотел, ты можешь сам ныкаться, мы в разных нычках с тобой будем, так что вот сам и смотри, браток. Ну, давай-давай, ищи, а я себе уже нашел, блин. Ага, я посмотрю, друзья, что там у Андрюхи. А что ты подсматриваешь, ну, блин? Просто мне интересно, а вдруг просто рядом с тобой стану, да и все, и будем вместе. Вот где-то здесь можно, блин. Нифига себе, друзья, Андрюха запропастился, блин, куда-то вообще заехал. Также, друзья, мы можем использовать крыши и так далее, то есть залететь мы можем реально в любое место. Андрюха! Да. О, вот это я одобряю. Может, вот так как-то? А там, если он с другой стороны поедет, то жестко палево. Ну а чё, по-другому никак, блин. Ну сейчас, друзья, мы найдем себе нычку и посмотрим. Нашел? Во, вот это будет просто топ. Ну что, ребят, посмотрите, как я спрятался. По-моему, это очень топово. Если вот так вот взглянуть, вообще меня можно не найти. Короче, сейчас надо сделать скриншот и отправить Бобису. Но нычка топ, ребят, за эту нычку реально лайкусик. Вот так и буду, ребят, тут сидеть и все такое. Так, Андрюха, ты остался там, да? Да-да-да, шеф. Так, Андрюха, ребят, у нас... А где ты, Андрюх, куда? Ну, посмотри внимательно, блин. Не понял, куда ты делся? А, во как, ты тут и будешь стоять, да, Андрюха? Ну а чё нет? Ну все, тогда аккуратно, вот, ребят, где Андрюхина нычка. И вот там вот буду я. Ну что, Бобян, готов? Сейчас мы тебе скрины отправим. Да, да, готов, давайте, блин, я уже заждался. Ну что, ребят, отправили мы Бобби вот такие скриншоты. Вот мои, вот там Андрюхины. В принципе, друзья, Бобянчик все понял. Должен нас найти по этим скриншотам. Может нас искать. Ну а мы, друзья, будем летать и следить за Бобисом, говорить ему, горячо, холодно или тепло. Ну и в самый ответственный момент, друзья, мы должны будем еще попробовать, возможно, уехать, потому что Бобян должен нас коснуться. Ну что, Бобис, изучил скриншоты? Да-да-да, изучил, парни, ваш фотоотчет. Че, я могу уезжать? Ну все, готов, мы готовы. Мы с Андрюхой, друзья, летаем и смотрим за Бобисом. Хорош, Бобян, ну что ты там, а? Вот интересно, он. Куда ж вы заныкались, блин? Бабузячек, поехал, друзья. Можно вообще к нему, наверное, даже в тачку сесть, Андрюх, блин.
Ну, можно и так, но да. Я буду летать, друзья, я буду летать за Бобисом и так. Следить за ним. О, у меня, кажется, есть предположение, а вы в этой стороне сныкались? Ой, Бобян, ну там же скриншоты, там же вообще, блин, не опа, туда ты поехал. А вон как раз и пляж, ну-ка, по скриншотам как. Какой, какой, ой-ой-ой, ну так, все. Так, да, пирс, там красненький домик с крышей. Опа, а вот а сейчас спалят. Ну, ребят, все равно, я вообще не переживаю, потому что нычки у нас топовые, Бобянчик хоть и мчится, хоть и едет, но шансов у него маловато, друзья. Так, надо, блин, проверить все дома. Да, блин. Проверь, проверь, Бобян. Опа, в гараж. Да, давай, заезжай. Закрыт. Гараж закрыт, Бобянчик, гараж закрыт на ремонт. Да, 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 на ремонт закрыт гараж. Чё-то Андрюха там занервничал, да? Совсем самую малость. Ага, Андрюшка, блин, ты не аккуратно. Нервничай. Короче, друзья, Бобянчик. Опа, здесь ну, можно съехать. Он очень был близко, друзья, к одному из нас. Не буду говорить кому, но он был очень близко, да, Андрюха? Натуре, серьезно? И сейчас в целом близко на самом-то деле. Бобян, ну давай так. У тебя район поиска правильный. Ты едешь в правильном районе, но, блин, ты был очень близок к одному из нас, это вообще капец. Понял, понял. Да, о, сейчас будет еще ближе. Ну, может быть, друзья, может... Пацаны, блин. Может, кому-то и будет. Ву, гонщик! Блин, нелегальный, гонщик просто, друзья. Профессиональный. Ты понял, да, Андрюха, что это было? Я видел, я все видел, шеф. Ребята, это угар! Он заехал в наш район, где мы спрятались, друзья. Бобис уже ищет, сыщик. Блин, капец, это сложно, на самом деле. Можно я, Бобис, признаюсь? Ну-ну-ну. Ты один раз проехал прямо мимо меня. Ты был так серьезно? Близко. Да, Бобян, ты был так близко рядом со мной. Я специально подождал, не стал сразу говорить, чтобы ты меня не спалил. А в каком моменте? Ну, сейчас я тебе, конечно, признаюсь. Ага, блин. Сам в начале. Не-не-не, это было просто четко, Бобян. Ты прям мимо меня проехал. Просто, так, ребят. Так, я потом еще раз скрины посмотрю. Ага, посмотри еще раз, друзья, скрины, пусть посмотрит. Внимательно. Конечно, Бобян. А, ну блин, я в этой области, да, нахожусь? Ну, в принципе, в области в этой, да, только осталось найти и меня, и Андрюху, и докоснуться, Бобян. Так, я понял, но вы за заправку не выезжали, да? Ну, не знаю, я вроде не выезжал. Ладно, и хорошо. Я тоже. Ребят, ну это просто топово, блин. Попытка номер два. Посмотрите просто, ребят, где я и как близок Бобян ко мне. Может, вы, блин, в воде? Это вообще, друзья, и как там близок Бобян. И как близок Бобян? Машина не едет. Ребята, ой, вот горячо. Он я. А вот он Бобян. Вот он я, Бобяк, вот Бобян. Соберись. Вот я. Что? Спалили, что ли? Оранжевая машинка. Где? Ой, Бобян, я застрял. О, Бобян, закинули, блин. Надо докоснуться, Бобис. До свидания. Мне слишком низкая машинка. Бордюр цепанул. Короче, друзья, надо докоснуться, и тогда Бобян меня поймает. И потом будет ловить Андрюху, но я Андрею не скажу, где ты, блин. Давай, Димон, уезжай, ё-моё! Чё, Бобянчик, цепанул! О май гад! Короче, ребят, мою нычку Бобян спалил. Всё, я закинул. Ну что, Бобян, я сажусь тебе в тачку и давай искать Андрюху. На самом деле, это было легко, кстати, твоя нычка находилась. Главное, подумать логически. Ну да, по скринам, в принципе, я свой райончик-то и фоткал. В принципе, всё было изи. Ну что, Бобян, посмотри внимательно на скрины Андрюхи. Они тоже сделаны с одного места, с центрального. Может быть, ты догадаешься, где он. Мне интересно, интересно, да. Возможно, он в этом ангарчике находится. Ну, посмотри, ага. Бобян, ну, проедь, посмотри, я не знаю. Сейчас я, друзья, посмотрим. Подсказывать не буду, чтобы всем было честно, потому что, ну, как бы это угарно. Андрюха реально нашел нычку, потому что да. Он сливается с местностью, там, да. Возможно, блин, и не найти меня его. Меня беспокоит, да, этот обрывчик. Но него, не можете же вы с него съехать, да? Ну, ты попробуй. Ты гараж проехал, я там был, блин. Попробуй, Бобян, съесть. Ладно, попробовать стоит, да? Ну, не знаю. Опа! Ух ты! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Закидали! Дома разрушены. Ой, близко! Ой, близко! Андрюха, не пались! Андрюха, стой на месте! Андрюха, не пались! Это вообще, ну что, глупенький? Не пались, Андрюха, стой! Я стою! Ай, Иванчик! Блин, закинули! Нет! Бабочки! Суэта! Ну что, догони давай, гонщик, блин! Нелегально! Сейчас догоню! Не дотронулся, Бобян, да, Андрюхи, блин, друзья! Не дотронулся! Бобячик! Ну ты даешь! Дотрога, блин! Не дотронулся! Все, Андрюха уже уехал, Бобян! Не уедет от меня. Давай, Андрюх, сюда. Уже уехал? Все, сюда. Где он? Все, сюда, стой здесь. Где?
Так. Что у вас, что у вас? Ну-ка, Бобян, оп-то! Ой, закинули, блин! На! Все, поймал, закинули, поймали, блин, повязали. Ну что, ребят, Бобян поймал всех, блин, это было круто. Ну а теперь моя очередь быть ведущим. Под скай пацанчики ищут себе нычки. Ну что, ребятки, пацанчики спрятались, и вот такие скрины скинули они. Вот скрины Бобиса, блин. Какие-то домики, непонятная дорога, чуть-чуть лесочка, потом огромный спуск, друзья, или какая-то трасса непонятная. И та же трасса, только с другой стороны, как будто бы, ребят, непонятно. В общем, это где-то в городе. Скрины Андрюхи, друзья, общий план на город, кстати, плюс-минус та же трасса. Потом какой-то лесок, и еще опять же та же трасса. Парни, я примерно уже понял даже район поиска, где искать по скриншотам. Да? Но, в принципе, друзья, все так и должно быть. Парни, поехали вот на эту гору куда-то наверх, друзья. Скорее всего, где-то здесь. Но такое ощущение, что тут есть две такие дороги, мне кажется. Там? Да. Вот эта, друзья, дорога. И вот та, по-моему, чуть подальше такая же. И вот в этом сложность. Можно на двух посмотреть. Так-так, ребята, сейчас будем искать. В принципе, район поиска я уже определил. Нифига, парни, а у меня тут текстуры. Что, тут под дом можно заехать? Да, да. В натуре! Там Андрюха, кстати, под домом. Блин, а ты нет. Чё, куда ты лезешь, эй? Прям под дом нельзя. А вы за мной летаете, да, следите? Я в машине сижу. Ну да, да, да. Под дом нельзя, но то, что текстуры, друзья, такие угарные, это, конечно, прикольно. Так, ладно, пацанчики следят за мной, друзья, летают, блин. И я, в принципе... Пока что ищу, а ты зайди, пытаюсь постучись найти. В домик, может быть, кто-то там сидит. А, сейчас постучусь, зайду. Здравствуйте! Ну и что, мне никто не открыл, парни. Ну, блин. А ты постучал нормально? Ну да, да не надо врать, блин, в дома нельзя заходить. Где-то, друзья, а что вы смеетесь, это рядом уже был? Нет! Так-так, ребят. Капец, Бобян, ну ты его развел. Они же могут троллить, ребят, что я был близко, а могут и не троллить. Ну-ка! Ну, чё ты опа, там? Опа, опа. Шо, я прям близко? Шо ты? Да ты прям очень близко. Ага, вранье. Мы прям под тобой. Вранье, мне кажется, врут, друзья. Врут и не краснеют, понимаете? Наврали, стопроцентно. Так, давайте посмотрим. Нет, Бобян, слушай. Ну-ну-ну. Шо? Осторожнее, а? Он прям очень рядом. Так-так, ребят, я прям слежу. Слежу по всем кустам, по всему этому. Смотри, он не видит? Да вообще не вижу, да? Он не понимает. Так, как такое возможно? Так, а может вы просто троллите, парни? Ну, у тебя просто вот, на глазах вот прям, вот бери это самое, врезайся в нас. Ага, вот, да, вот тут. А вы в лесочке можете быть, парни? Честно, я не в леске. Ага, я Бобян. Ну все, а что вы мне тогда дурите, блин? Ну так можно, почему нет? Здесь холодно. Короче, стоят дурят. Да я уже и понял, Бобян. Вы, блин, такие артисты, что хоть стой, хоть падай. Да. Так-так, ребята. Ага, давайте еще посмотрим на скриншоты. Ой-ой-ой. Что-что, парни, близко? Уже тихо, потеплее, тихо. Слушай, Бобян, да? Это правда, да. Так-так-так. Печет чуть-чуть. Потеплее, друзья, потеплее. Ага, блин, у меня там вообще текстур нет, блин, в городе. Так. Аккуратненько, все, пацаки, уже у кого-то в доме, опа, у кого-то в гостях. В тупичке, блин, мне не заехать, блин. Так, ладно, я вылез отсюда, пацаны, хорошо, сейчас попробуем давай, найти. Давай. Может, где-то в городе, друзья, а не в самом, потому что по скриншотам, ну ладно, надо проверить сначала еще, ребят, вторую такую дорогу, потому что вроде по одной я поездил, а еще есть вот такая же, но вторая, да. Ребятки. Ничего давайте себе. Посмотрим, там же с той стороны тоже лес, на скринах Андрюхи был как раз лесок, я просто поехал сразу, ребят, дальнюю, а может быть, надо было сразу повернуть сюда. Попробуй поищи, горячо на самом деле капец, реально. Да. Горячо? В натуре? Там, вот сейчас капец вот. Горячо. Ого, ребята, если горячо, так может где-то пацаны, блин, тут сидят уже? Куй железо, пока горячо, Дмитрий. Ага, я кую, кую. Давай, так, давай. Ну, короче, ребят, если кто-то уже нашел пацанчиков, пишите в комментариях, если вы их уже нашли. Может, я просто проехал, друзья, потому что я играю на максимальной графике, тут у меня такие плотные кусты, что просто капец. Может, и не увидел кого-то, да, блин. Да, согласен. Что, Бобян, да, ты сейчас по кустикам лазишь. А что, а ты в кустах, что ли, каких-то? Я? Нет, лично я не в кустах. Ага, блин, а что ты тогда так нервничаешь? Ой-ой-ой, горячо-то как? Что? Горячо, ребятушки, горячо, блин, горит машина. В смысле? Я не вижу никого, в смысле горячо? Блин, в смысле не видишь никого? Нет! Ой, капец, кипяток сейчас а был. А вот Андрюха! Блин! Здорово! Тачка не заводится! Ай, блин,
закинули, даже не успел стартануть, блин! Короче, друзья, Андрюху поймали, и теперь давайте попробуем найти Бабиана, потому что... Я не знаю, блин, сейчас я, ребят, еще раз посмотрю на скрины, но в целом, ребят, я в том районе, короче, вот я глянул, в целом райончик вообще тот, непонятно, блин, Бабиан, а ты в городе или нет? Короче, я рядом с Андрюхой был, он у нас местоположение пересекает. Все, ребят, мне кажется, я знаю, Бабиан где-то в кустах, блин, 100%. Сто процентов. Блин, а тут кусты такие, что и не проедешь, блин. Ну, кипяток, кипяток. А в натуре, Бабиан, кипяток? Ой, просто капец, вообще 100 градусов воды. Ты только пока не уезжай, я потому что я не вижу, Бабиан. У нас прятки. Что, да-да? Где ты? Куда ты? Что, близко? А, не-не, показалось. Че, блин, я тут застрял, сейчас, погодите. Все, походу, блин, кусты не получится. Значит, бабузя где-то не тут, блин. Так, ну, давай, а вот то! Поищи, а, это Андрюха! Это я, тут с тобой катаюсь. Ёба, что ты меня пугаешь? Так, сейчас посмотрим. Нет, на самом деле, ты был очень близко, очень рядом, ты прям смотрел на меня. А, в натуре? У меня просто, ребят, ничего не видно. Значит, ты в натуре, Бабиан, в кустах, как и я и думал. Ну, может быть, может быть. Вот тут, бабузя. Ой, вообще кипяток. Я нашел, друзья, он зеленый, он сливается, смотрите, вот. Не, я могу выехать отсюда. Здорово, как ты туда заехал вообще, Бабиан? Я сам в шоке, блин. Я просто кусочек, друзья, увидел. Вот он. Здорово. Офигеть, ребят, ну Бабиана нычка просто супер топовая. Я кусочек его зеленой машины увидел, он еще сливался. Но если бы не подсказки, я бы, наверное, вряд ли нашел даже по скринам, друзья. У Бабиана нереально топовая. Блин, вообще. Не надо было подсказывать, да, выиграл бы. Шикарная нычка, ребят. Ну вот такой вот раунд у нас получился. Ну а теперь настало время Андрюхе быть маньячком. Короче, ребят, смотрите, как мы с Бабианом сныкались, и мы немножечко смухлевали, так скажем. Но мы дадим Андрюхе, если что, шанс. Если он нас найдет, короче, у Андрюхи все будет по кайфу в жизни, все будет нормально. Ты, Андрюха, главное, не переживай, все будет хорошо. Так, ребят, выключаем двигатели. Ставимся вот так, хоп, чтобы мы никуда не делись. Шо? А ты видел, какая у Андрюхи тачка заряжена? Так, капец. Все, друзья, садимся к Андрюхе в машину. Скинули мы ему вот такие скриншоты. Вот так вот, Андрюха, посмотри по скриншотам, что ты видишь, так сказать. И я вижу самолет. Что вы там делаете? Это район, Андрюха, это откуда видно, короче, наше место. Это, может быть, мы и не там, да. А я сразу так и не понял. Кстати, очень знакомая змейка. Надо туда поехать посмотреть, что там. Давай. Ну что, Андрюха, выехал, друзья. Бандит на гелике. У нас маскировочка лютая, друзья, как говорится. Ну реально, местечко, друзья, у нас правда топовое. Посмотрите, как мы стоим с Бабианом. Ну это вообще топ. Это просто... Сейчас я вас найду, и вы будете плакать, понятно, блин? Вот мы, друзья, посмотрите, там он где-то Андрюха едет. Во, я далеко, не успел за ним лететь, капец. Блин, я проехал. А я просто сел в тачку к Андрюхе и сижу, Бабиан. А, точно, мы же, у нас такая нычка, то что мы можем спокойно наблюдать за ним. Да, мы можем вообще ни о чем не переживать, Бабиан, просто да, все, ни я о чем. Сел. Андрюха, и давай тебе подсказку, так как мы с Бабианом немножко это смухлевали, нестандартная у нас нычка, туда, возможно, просто так не заехать, Андрюха. Ну да, вот там под текстуры заехали, блин. А вот думай, Андрюха, под текстуры или над текстуры. Так, или куда-то, блин. Змейка вот эта. Или может, ой, мы вообще блин под домом. Или может мы вообще, Андрюха, вышли, и ты один играешь. Не, это можно проверить на самом деле. Ну, кстати, Бабиан, вот если бы ты хорошо Бабиана слушал, ты бы услышал. А что он там смеялся, кстати, непонятно. Он прям сказал, где мы находимся, прям прямиком, Андрюха, рассказал нашу нычку, но ты просто все прослушал. Блин, ё-моё, так, ну я на одном из мест, короче, опа, получается. Ага, на одном из мест, ребят, на секундочку, посмотрите, на секундочку. Это ага, очень близко, друзья, это очень, очень близко. Очень вообще, но мы вообще еще так нашли, друзья, тоже профессионально, тоже прикольно, блин, посмотрите. Ага. Вот он. А где вы, куда вы закинулись, признавайте сразу. Андрюха, ну ты очень близко к нам, но я не знаю, ты нас, наверное, не найдешь, но если только на издалека горы посмотришь, блин. Так вот, я уже на горе, блин. А, кстати, одного из нас видно, меня, чуть-чуть. Видишь, Бабиан, там он был? Да, да, да. Вот так, Андрюха, никогда не увидишь. Так, так,
Только где издалека. Вы там хихикали, ну-ка? Не-не-не, только издалека. Тут уже холодно. Отсюда тоже уже не увидишь. Короче, ребят, это просто топовая нычка, это вообще бомба. Да, вы испарились сквозь землю, что ли? Реально, ребята. Есть обратно, так шансов не будет. Это просто, слышь, бабузяк, можно даже это, подъехать, мне кажется, чуть-чуть на краешек. Да-да-да, давай. Краешек чего? Вот так, чтобы нас получше было видно. Все, бабян, останавливаемся. Все. Так, ну и шо, где вы, ребят? Садимся, вот, прям жестко палимся. Вообще просто. Прям вообще жестко палимся. Я, кажется, заметил. Я не знаю, видел он или нет, но мы прям жестко вообще стоим, друзья. Ах, вы импостеры, а что вы делаете на крыше? Срезайте оба быстро. Мы туда залетели, Андрюха, через камеру, блин, здорово. Ну, чтоб у тебя был шанс, ты же должен нас дотронуться, мы просто, бабян. Газуем отсюда! Куда вы делись? Газуй, поехали! О, помнишь? Кто оранжевый? Я перевернулся, бабян! Я сейчас я уеду! Я тоже, капец, на крыше! Что, я поехал? Что с тачкой? Я погнал, Бобис! Далеко не уедешь, это гелик с мигалками бандитскими! Блин, все, меня поймали! Меня поймали! А бабян все-таки удирает, Андрюх, тебе еще бабяна надо поймать! А куда он делся? А я вот он, на вершине. А вот он, на дороге, Андрюха стоит, блин. На какой из? Ну вот ты слетел с дороги, блин. А, с той нужной? А, ну все, иди-ка сюда, бабяк. Блин, опа, удрал. О, ну все, ты приехал, ты конечно. Опачки на тебя бочком. Короче, друзья, вот такой вот угарчик у нас получился. Городская маскировочка с приколами и с приколдессами. И мы надеемся, что такой ролик вам понравился. Пишите, что нам еще позаписывать. Бимэнджи Драйв, какие рубрики, какие идеи, на каких картах. Мы, конечно, все сделаем. Надеемся, что подняли вам настроение. Нам будет безумно приятно, если вы подпишетесь на все наши каналы. Ссылочки на каналы Пэтс ищите в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем огромное спасибо за просмотр, удачи. И пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Адьос, чуваки!